Всем привет, дорогие друзья, с вами Паркер. Итак, пацанчики, я этого ролика, в принципе, не планировал, но вот так вот получилось то, что он выйдет именно сегодня, 23 мая. И, короче, знаете, в чем главный прикол? Я, короче, прошел Fencing Dungeon, ну, где дают кей-тикет, открыл кей-тикет. Такой, мне выпала там обкачка, я открываю сейчас Rare Ticket вот на этом коллабе. И получается, мне падает Uber. А какой вы узнаете чуть позже. Но перед этим, пожалуйста, поставьте лайкос. Кстати, следующий ролик по Battle Cats выйдет, когда наберется над этим 100 просмотров. Поэтому, знаете, вот я решил, я буду записывать ролики, но для этого, чтобы я их записывал, надо как минимум 100 просмотров над роликом. Вот, поэтому все в ваших руках, смотрите ролики до конца. Ну и вот. Получается еще. У меня такая появилась информация, то, что 1, получается, июня, или июля, ну, короче, первый месяц лета, будет... коллаб тоже какой-то сгорел. Я не знаю, про что это, у меня такая информация появилась, мне друг сказал, но это еще не точно, вот. Вот, что еще? На этом коллабе мне выпал один убер, на этом коллабе мы тоже будем открывать 1500 баночек, вот. Поэтому оставайтесь на моем канале, вы здесь не заскучаете. Какой убер мне выпал? Вот этот вот убер. Капец, я офигел, я открываюсь, смотрю, что это, думаю, рарка или суперка. Потом понимаю то, что надпись Uber Super Rare. Я тогда был с друганами, чисто ни на что не надеялся. И, скорее всего, именно из-за этого открытия я вернусь в Battle Cats, потому что я немного подзабросил, но сейчас, когда мне выпал этот Uber, этот, блин, так меня порадовало, именно... как, ну, Шампу Кэт. Сейчас, кстати, пройдем один уровень еще, чтобы ее покачать. У нее мини-волна, походу. А мне вообще все коты, которые с волнами, очень заходят, абсолютно все. Хоть даже маленькая волна, но коты с волнами — это тема лично для меня. Так, вот сейчас я обкачаю мою хотя бы на 10 уровень. Так, где она? Я не знаю, пацанчики, кто именно знает насчет этого Убера, то, пожалуйста, можете мне написать, потому что я вообще не шарю. Так, сейчас ее испытаем. Не, ну, в принципе, я рад, то, что мне вообще выпал Убер. Неважно какой. Ну, пожалуйста, вот напишите ваше мнение об этом Убере, потому что я вообще, вообще ничего не знаю. Так, насчет этого Убера. Сейчас, кстати, ее затестим. Так, 15 уровень. Нет. Не, ну, по крайней мере, даже первая форма прикольненько выглядит. Так. Я по-прежнему от Налега. Вот. Погодите, где она тут у нас? Сейчас еще откроем один rare ticket. Я удивлюсь, если мне еще выпадет один Uber. Вот это будет слишком жесткий разрыв просто всего, что можно. Так, вот этот вот уровень. Тут, кстати, пацанчики, у кого прям есть норм коты, можете тут, в принципе... пройти. А, вот, еще, что я хотел сказать. Если этот ролик вообще наберет 200 просмотров, то я запущу стрим. Это вот по-любасу будет у нас стримчик, посвящен тому, как я буду проходить вот этот коллабчик. Вот, это при условии том, если будет 200 просмотров. Все зависит от того, как зайдет этот ролик, потому что Battle Cats я давно не снимал. Извини, что я сейчас быстро про него говорю. Ну, вот так вот. Так, сейчас хотя посмотрим мою скорость передвижения, так она относительно быстренькая так идет. Ну, Рокер сейчас просто базу вынесет. А, нет, фух, не успел. Рокер бьет 2200, как вам такое? А, она также бьет. Или нет? А, ну да, она примерно так же бьет. Ну, сейчас мы не во всей краске сейчас затестили. Ну, зато сейчас ее обкачаем, не знаю, вот, пацанечки, я лично, еще раз уже повторю, еще до этого Убера вообще мало что знаю, поэтому, пожалуйста, напишите в комментах, типа, Нормана или нет. Насчет этого коллаба я вообще не смотрел никакие ролики, вот, так что как-то так. Сейчас стеночку, я хочу именно, чтобы она попыталась сейчас одна... О, Убер, ой, это не Убер, я не знаю, короче, кто это. И этот коллаб вообще плохо понял, потому что его вроде раньше вообще не было на английской версии Battle Cats. О, капец, прикольно выглядит. Не, анимация так и относительно прикольненькая. Так. Кто там вышел еще? Ну-ка. Не, ну мне. Она что-то мне не особо как-то зашла. Ну хотя, ну типа для начала, мне кажется, вот сейчас она подойдет тут.
Ну, полный тест, не знаю, вот кто именно шарит насчет этого коллаба. Пожалуйста, напишите в комментах, нормально или нет, качать или нет. Также открытие еще у нас будет, и вот если как, ну, получается, если моя информация подтвердится, то, что 1 июня будет, получается, коллабчик, то мы там тоже будем открывать, поэтому как бы вы не заскучайте на моем канале. Так, давайте уже со спидатом, по спидат, блин, по спидат, короче, по спидапам поем. Так, ну, зомби, ты понимаешь. Сейчас и герои, ой, короче, сейчас рокеры с ними быстренько разберутся. О, блин, чисто канканчик, одна хп у базы. Понимаю. Так. Канкан со стенкой чисто. Надо жить, надо. О, что там канкан со стенкой? Сейчас армейцы, они фу, весь уровень пройдут. Ну, там надо, конечно же, помочь бахомотикам. Все, мы прошли. Надо как можно быстрее сейчас проходить. Так, тут XP прям насыпает просто по-лютому. Поэтому кайфарик, не XP-шка. Не против, кстати, как вы заметили, мне 6000 обкачек. Я сегодня добил их. У меня было там 5800 чем-то, 70 где-то. И у меня было 6 миллионов XP. И я чисто такой, ладно, включаем максимально XP-сберегательный режим. И качаем всех, кого можно по самой дешевой цене. И, короче, смог обкачать вот так 130 обкачек за 5 миллионов. Многим это покажется, типа, очень дорого. Но поверьте мне, если у вас аккаунт прокачанный, большинство котов больше 5-го левела, то вам это относительно будет сложно сделать. Так. Оп. Все, еще очередной уровень пройден. Так, 257 XP-шки тут прям по-лютому накидывает. Я потом буду еще раз, третий раз его проходить, чтобы получить рейер-тикет. Так, ну вот тут нам рейер-тикет дадут. Кстати, вот, пацанчики, напишите, какую еще по Battle Cats какие-нибудь ролики. Может, вам какие-то ролики зайдут. Какие снимать их именно. Там, допустим, сними топ-5. Ну, знаете, что я понял? Типа, топ-5 супер-рейер-котов. Вот, я увидел еще ролик у Патата. У нас с ним был небольшой конфликт, но я, в принципе, не особо не спонсориться не хочу. Вот, короче, что я хочу сказать. У многих ютуберов все по-разному. Вот я лично считаю, у кого как, получается, у ютубера, как кот показывает себя в бою, так он и судит. Поэтому нет абсолютно общего доступа, знаете, для одного кота. У каждого он по-разному, получается, подходит к тебе или нет. Вот, поэтому я не знаю, скорее всего, больше топ-5 убер я не буду делать и супер. Потому что топ-5 уберов, ну, это будет то же самое. Опять кто, ну, вот тот же Потато выпустит другой ролик, и если у нас мнения разойдутся. Почему именно Потато? Ну, потому что я так понял, он, короче, тоже, в принципе, неплохо шарит по Battle Cats. И, в принципе, такой более-менее норм ютубер. Вот. Ну, согласен, то, что в топ-5 там супер-эйр, у меня есть там одна накладочка. Там почему, я уже чисто не помню, у меня какой-то код не был, хотя я его хотел вести. Я не помню, то ли яблочко, либо еще кого-то. Ладно, точно уже не помню. Итак, пацаны, сейчас будем открывать rare ticket. Надеюсь, мне что-то выпадет. Вот знаете, подписывайтесь. Если вот вы сейчас подписались, если вы были не подписаны, то вот, сейчас вам выпадет убер. Если хоть кто-то придет, точнее, сейчас подпишется, то по-любому выпадет убер. Поставьте лайкосы, напишите коммент. Выпадет, допустим, рарка, выпадет суперка или выпадет убер. Поставьте видео на паузу. Так, мы открываем. И у нас... Закрываю глаза. Мне почему-то кажется, выпала рарка. У нас тут... Да, блин, рарка. Капец, на бишоп. Ну ладно, я, конечно... Мне там видели, сколько... Сами в холодильник, у меня сколько рарок там было. И, кстати, что это тут за уровень? Хотя я его проходил. Ладно, пацанчики, вот такой у нас получился ролик. Если вы хотите, чтобы я дальше снимал Battle Cats, то пишите в комментах и смотрите видео до конца. Всем удачи, всем пока!